Шеф-повар Максим Григорьев. Уха из судака. Уха из судака – белая уха. В древности словом уха именовали любую похлебку, только в 17 веке определилось рыбное блюдо. Рецептов ухи из судака множество, различных по составу и технологии приготовления. Представляю рецепт с кусочками филе. Бульон приготовлен из голов и костей судака. Филе судака добавляется в конце варки, томится на слабом огне, не перемешивается. Блюдо можно повторить на открытом огне на природе. Приятного аппетита! Время приготовления 2 часа. Ингредиенты. Водка 50 мл. Корень сельдерея 100 грамм. Лавровый лист 2 штуки. Лук репчатый 2 штуки. Морковь 3 штуки. Перец душистый 4 грамма. Перец зеленый горошком 4 штуки. Соль 15 грамм. Судак целый 1500 грамм. Укроп свежий 5 г. Шаг 1. Рыба, овощи, зелень, специи, соль, перец душистый и черный горошком, лавровый лист. Шаг 2. Рыбу моем, чистим, отрезаем голову и хвост. Делаем разрез по хребту и филируем. Шаг 3. Нарезаем 1 луковицу крупно, 1 морковь и сельдерей чистим. Шаг 4. Овощи, кости и головы, часть зелени пучком, солим и заливаем холодной водой. Шаг 5. Закрываем крышкой, доводим до кипения. Шаг 6. Снимаем пену и варим 30 минут на слабом огне. Шаг 7. Нарезаем морковь и картофель. Шаг 8. Бульон процеживаем. Шаг 9. Нарезаем вторую луковицу. Шаг 10. Кипятим бульон. Шаг 11. В кипящий бульон кладем картофель. Кипятим. Шаг 12. Добавляем морковь. Шаг 13. Кладем в бульон лук, кипятим овощи. Шаг 14. Добавляем филе рыбы. Шаг 15. Солим при необходимости, добавляем специи. Шаг 16. Уменьшаем огонь и варим 15 минут. Перемешивать не надо, чтобы рыба не развалилась. Шаг 17. В конце приготовления вливаем 50 грамм водки, снимаем с огня. Шаг 18. Выдерживаем 7-8 минут под крышкой. Перед подачей посыпаем зеленью. Приятного аппетита! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.